Toyota Land Cruiser 300 в минимальной комплектации. На него ставим монитор вместо вот этого штатного. Монитор хоть и есть, но он небольшой, он не мультимедийный. Вместо него будет полноценная навигационно-мультимедийная система. Сняли штатный монитор, но не нужно бояться такого страшного внешнего вида. Все устанавливается за счет многоразовых пластиковых клипс, которые созданы для того, чтобы их снимать и опять назад ставить. И вот, пожалуйста, сравните. Снимаем монитор, убираем кармашек, ставим головное устройство полноценное и большой монитор. Если в вашем Land Cruiser 300 вот такой штатный монитор, то приезжайте в BGT Workshop и вместо него получаете большой полноценный навигационно-мультимедийный центр, в котором масса возможностей круче, чем в оригинальной 300-ке с максимальной комплектацией. Здесь у нас сейчас справа YouTube, слева Яндекс.Навигатор, звук идет штатно, акустическую систему стерео, любое приложение можно развернуть на весь экран, полноценный Яндекс.Навигатор, Алиса и Play Market вам позволит скачивать абсолютно любые приложения, загружаете их на рабочий стол, пользуйтесь, как будто всегда здесь и были. Онлайн-телевидение и все, что вы себе можете напридумывать, все сюда загружаете, все работает по-штатному. Штатная система парковки функционирует, радио работает, все на высший пилотаж. Весь штатный функционал переводится на новый монитор. Пользуйтесь, наслаждайтесь. А тот монитор просто надо выкинуть, наверное.